Один пока меня заменяет, сам. Здравствуйте, дорогие друзья. Йети против Матадора Русана. В составе команды Йети: Милишко Владислав, Сидорук Александр, Добуш Юрий, Кожара Евгений, Орешкевич Константин, Матвейчук Дмитрий и Степченко Влад, как я понимаю. В составе же команды Матадор, Кирилюк Вячеслав, Башаев Роман на воротах, Усаченко Александр, Демьяненко Артем, Мороз Константин, Сыщенко Вадим, Костик Сергей, Костецкий Ярослав, Терех Анастасия и Блещак, насколько я помню, Иван. Но просьба, пожалуйста, писать более аккуратно, потому что, честно говоря, непонятно по почерку, кто есть кто. Терек. Сыщенко Вадим. Милешко отыграл на Орешкевича. Добуш. Пробить не получается у Добуша. Добуш. Орешкевич. Классно, поставил там корпус, солидарен я с тренером рыбачкой Владиславом. Немяненко Артем отработал на ура в этой ситуации. Наш окно. Толчок, 5 секунд, не забудьте ли посвятить. Орешкевич. Вертлецкий. А, прошу прощения, это не Вертлецкий. Я же забыл, что под 10 номером Степаненко Владислав играет. Ну, дали ему футболку, собственно, Вертлецкого, который уже давно не появляется за Йети. Ну, а я на автоматизме озвучил. Шире, шире, шире. Милешко. Орешкевич. Степаненко. Снова Милешко. Пошли. Демьяненко Артем так потихонечку пытается сблизиться с Милешко, но тот все ниже и ближе к своим воротам. Тем не менее, выходит в идеальную передачу по диагонали, а Добуш уже отдать на Степаненко ее не смог. Классно убегает Вадим, капитан. На скорости убежал. Вадим, на нашем будет смена. Артём, не давайте сезон, ребят. Хорошо. Не надо, блядь, уже по факту. Оставайся впереди, Юра, оставайся впереди. Юра, встречай. Тобуш, Куклин. Опять же я на автоматизме. Извините, друзья, это Милешко был. Выгоняй. Эх, Анастасия.
Да, все. Первый аут делай, Настя. Ну, что, потихоняющий игроком, внимательно. Первый аут, Сань. Внимание. Сели, Блещака Ивана. Степаненко. Ришкевич. Диагональный пас такой с небольшим, наверное, элементом навес, скажем так. Мелешка. Ришкевич. Терех Анастасия. Прообразует Анастасия Терех. Добуш отрабатывает после, ну, дело чести, так скажем, было отработать Добушу здесь уже после. Потому что один в один не хотел уступать, мне кажется, Анастасии, но едва ли не проиграл. Мелешка. Аришкевич. Иди выгоняй, да. Есть! Да, блин! Ярик, Настя, на следующем будет смена. Мелешка. Да, пошли. Маришкевич на Мелешка. Да, Настюш. Аришкевич. Тут двое. Давай, иди. Выше, Серега, выше, не бойся. Степаненко. Да, через надо ход. Какой шанс хороший, в который раз уже появляется за сегодня у Блещака Ивана. Просит Влад побольше реализовывать своих моментов, тем не менее у Вани не получилось, а надежно подключиться в данной ситуации, я имею в виду, чтобы отличиться на табло, изменить цифру, скажем так. Судья, что было? Я меня тяну, переломай руку. Смотри, не таких форм. Я выкину Пацаны, не неситесь. По делу. Степаненко. Снова Степаненко, Аришкевич. Выше, Дима, играй. Делай. Вперед. Оп, бой. Да. Перебирай, да. Тищенко. Да. Ну, Костя, опускайся. Костик, Сергей. Отыграл снова на Вадима, на капитана Мелешка. Дай ему свободную зону, вот она. Не доиграли в обороне здесь, а Мелешка отобрал мяч и реализовал. Кость, иди на смотр, запись. Бегу! Да. Правая. Расположение право твое. Мелешка.
Костя, не занимайся. Ваня, стой там. Кто на подстраховке? Да, выгоняй. Есть, Казаров, здорово, здорово. Есть, иди! Возвращаться! Спокойно, спокойно. Мелешка. Ширину открыться. Сразу. Сзади есть. Вань, на нашу. Вань, на следующем будет смена. Можно передать? Умница, Вань, здорово. Только забей уже. Надо забить. Видишь, там все. Двое! В центре! Да! Дай вести, дай вести. Пошли выше, пошли. Мелешка. Навешивает Мелешка и нет, не поспевает за таким передачей, за такой передачей Степаненко. Тереха Анастасия. Возможно, зря немножко сближалась с Евгением Кожаровым. Ну, это чуть-чуть усилило, наверное, так скажем, опасность момента. Сзади двое. Костя, на следующем будет смена. Терех Анастасия. Мелешка. Хорошо ускоряется Мелешка. Ну что будет делать? Раскачивает, уходит вправо и бить можно. Бьет, но не точно. Далее пространство снова достаточно быстрому игроку, который легко убежал и создал сразу же момент. Владислав Мелешко. Кожаров на Степаненко. Степаненко обстучался с Кожарой, снова с Степаненко. Артем и Настя, на нашем будет смена. Нет, Сань, что это за отбор? Димончик, давай, на следующем нашем сменка. Дали, Вадим. Дали. Ниже мяча остались. Будет три смены, Вадим останется. Кожара. Да, Настя, иди, пошли выше. Степаненко, снова Кожара. Терех Анастасия пыталась сыграть по диагонали, тут Мелешка перехватывает. Степаненко, есть отбор, Фищенко. Вадим не отдавал, на самом деле, мне кажется, на Анастасии передачи в этой ситуации. Степаненко, Кожара. Растяните, откройтесь под удар. Хорош. Матвейчук потерял мяч, Терех. Хорош, хорош. Все, спокойно, спокойно. А, Стеценко, неправильно написали, насколько я помню. Фамилия у Вадима, но нужно будет уточнить. Влад, у капитана Стеценко или... Стеценко, неправильно записали просто, я понял. Вспомнил, но достаточно поздно. Саня, спокойно. Пошли выше. Вадим, иди в него. Орешкевич. Да. Хороший отбор от Костика Сергея. Правда, после пас не смог комфортно отдать. Ну, теперь мяч перешел временно к Кирилюку. Орешкевич. Мелешка. Матвейчук Дмитрий не поспевает за таким пасом. Вроде зона свободная была, их можно было сразу туда подключаться, тем не менее. Пошли выше, пошли!
Сраное решение Адобуша и контратака Стеценко. Мне кажется, не принял решение, как обыгрывать своего соперника. Но в отборе играет 10 номер отлично. Кирилюк пробует навесить. Навес этот явно не точен для Костецкого Ярослава. Пошли, пошли выше. Орешкевич отыграл на Матвейчука. Кожара. Снова Орешкевич. Все, вратаря не трогай. Пошли. Иди сюда. Вперед! Добуш. Костик. Борьба у нас на уголочке поля, рядом с угловым. Ну и судья здесь не видит. Я здесь, честно говоря, не вижу углового. Там апелляции каких-то от Мороза Константина. Кирилюк отыграл на ТРХ. Мороз. Орешкевич. Мелешка. Добуш. Супер шанс забивать, тем не менее, неточный удар. Просто тайм-аут сейчас Рыбачка Владислав. Ну и, в принципе, понятно, почему. Есть что обсудить. Там чувак бежит на полной скорости. Настя бежит спиной. Подошел. Вот он принял мяч. Вот, блядь, Настя приняла мяч. Вот, блядь, там расстояние. Потом Настя будет бежать с пацанами, которые не видят, что ты больше не делаешь. Нельзя презентовать по отдельности. Ну, тут только что... Мне уже говорит, что надо забивать. Если ты видишь, что не получается пресс, посади все, скажите мне. Ну, чтобы не было такой херни. Так и мальчик спросил. Да, вот эти вопросы, это борьба не будет. Второй на счете фабрика поднимает. Аккуратно. У нас свои. Владик забрался с экрана. Все, стали выходить. Подожди, Влад. Лево два. Перебираем. Лево два. Руки здесь! Время, время! Пошли! Ваня! Право! Можно, можно! Да, да! Опускаемся! Отдай! Отдай! Какой момент сейчас был у Ивана? Спаненко отыграл на Сидрука. Они голкиперы на самом деле сегодня у команды Йети. И стоит полевой игрок. Тем не менее... Пока что даже ударов только мы не видели нормально. Входит мяч, да. Да. Да, Ванюшка, умница. Умница, Ваня. Блещак, Иван. Ну, как услышал мои слова. Иду! Иду! Не теряйте игроков. Долларов, подбор! Дальний двиг! Корпус.
Яр, не мешай. Стой там, стой там. Яр. Иди. Влад выше. Да, Вадим, умница. Да. Вывить! Вывить! Пойдет. Ваня, пусти, давай. Дай вести, да. Добуш. Принимал, честно говоря, этот мяч на нос просто Орешкевич, и тем не менее идеальный пас отдал на нос и губы. Пас получился идеальный для Добуша, который тот не смог реализовать. Ну, вот причина, почему не смог реализовать, это уж такое дело. Заходи. И у нас перерыв. 2 минуты, я думаю, или 3 отдохнем, и после продолжим. Я напомню, счет 1-0, минимальное преимущество на стороне команды Йети, и забивал у нас Мелешко со своего отбора, сам добежал, сам забил и в итоге доработал этот момент. Thank you.
пошли, пошли выше. Да, иди, Сань. Ришкевич. Мелешка. Едва ли свои ворота не срезает, не хотя, конечно же. Усыченко Александр. Саня, полоборота, полоборота к мячу. Да, вот так, еще больше. Все, и крути головой. Да. Да, пошли. Не бросайся, правая нога. Один, дай нога. Встали, выход. Выход встали, быстрее, Ваня. Пойдешь? Артем, вбегай, вбегай. Ну, Ваня! Степаненко, сейф от Башаева. Башан, Башан! Ваня! Достань, Ром, достань. Можно в руки. Сейф от Башаева приехал вовремя на дальнюю штангу, как остановка, и все сделал как нужно. Сзади не забывайте никого! Ришкевич. А за что же? За что? За что? Пойдет, давайте я объясню, за что. Парень, спокойно. Обычное нарушение? Да. Я в мяч играл. Согласен. Артем, ты справа, твой право будет. Еще один есть. Да, есть, есть. Стой, центр, Артем, надо бегать за ним. Раз. Кинь! Мелешка. Хорош, хорош. Пицца! Здорово, Жень, это оно, оно. Вадим, Саня, на нашем сменам. Вадим и Саня. Осели сильно сейчас Матадор, мне кажется, и Кожара там не готова обрабатывать такую передачу. Жека, это оно, здорово. Да, отбегай в него. Центр, центр, бежать. Ришкевич. Дали бы ход. Миша, лево, Женя, лево опускается. Вышли! Находи нас. Настя, находи. Поменялись, Женя, догоняю. Умница, Ром. Меняйся, меняйся. Меняйся с игроками. Больше вратарей не дали. Ришкевич, Степаненко. Я выше. Потом. Башаев. Мороз. Жека, лево, опускайся. Машаев бросает. Не удается поставить полноценно корпус четверки Матадор Русановки. Но, тем не менее, отрабатывает он здесь. Правда, после свистка все это происходит уже. Это был Демьяненко Артем. Закрыли позиции. Все, по игрокам. Разобрали по игрокам. Женя, твое право. Входят игроки. А передавай, передавай. Вот, все, встречает. Костик. Давайте, давите. Костецкий обработал эту передачу, но Ришкевич навязал борьбу и в итоге отобрал мяч. Мелешка. Хорош,
Откроем! Сережа, дальше снимай! Даю! Мелешка! Мелешка отдает на Кожару эту передачу. Кожара обыгрывает. Башаев выключает на воротах. Молодец, конечно. Не выключился из эпизода. Наиграй эпизод. Ванилич! Давай, иди сюда. Опускайся, опускайся. Вперед! Хорош, лучше. Костик. На горизонте, стоп! Есть он, есть справа. Блещак, Иван. Мороз. Костецкого передача не дошла полноценным образом. Рыжкевич на исполнение бил. И не переиграл здесь Башаева. Красивое исполнение, солидарное словами Сидрука. Мягко, пластично, по мячу. Все как и планировал. Игроков держите. Хорошо. Шиченко Александр под прессингом чуть подсдал. Центр, смотри. Шире. Правее можно. Центр игрок. Ваня Бьющев. Мелешка. Орешкевич. Раз, огонь! Сидорук. Руки. Да, Ванюша. Вот отобрали мяч. Нелепую ситуацию попадает здесь Блещак и Орешкевич, но тем не менее заподозрить можно было одного из игроков в каких-то специальных действиях. Блещак, Башаев, Костецкий, Сиценко. Давай, ты не добегай. Да все хорошо, но, блин, не добежал. Саша, право, Ваня, влево. Выше, перебери. Выше, Ваня. Да, иди, иди, Ваня. Орешкевич. Ну, и после касания ж было игрока команды Йети, мне лично показалось, но судья более, как говорится, внимательным в этом эпизоде. Он говорит, что не было там его. Значит, не было. Орешкевич. Ну, больше Орешкевич. Дима, тоже шире открывайся, Дим. Вот, сделай грудь, пойдем. Есть. Передавай, Юля, передавай. Да, ну сделай. Мелешка. Даем, вне зона. О, ну, блин. Ваня, ты что? Ваня, Ярик, твой свет. Мелешка, Добуш. Пошли выше, 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 Артём. Мелешка. Мороз не дает передачу, Добуш пробирался дальше и фалит против него. Это был не Мороз, простите, Усученко Александр фалил как раз. Все, больше палить нельзя. Вообще. Так они сами придут. Ну только что. Только что.
Орешкевич. Я так и не понял, разошлась ли стенка или нет. По-моему, да. Орешкевич прямым ударом попадает, и это 2-0. Сзади внимательно. Игрок вон! Заходи. Один поставил, один поставил. Да. Я с тобой, ставь. Каблуком было бы просто прекрасно. Это было бы обострение. Слишком просто в этой ситуации сыграл Демьяненко, поэтому выдавить с этого момента много не получилось. Я! Вадим, на следующем будет. Какая классная комбинация, Терех не попадает по мячу на дальней штанге. Понимает она, что от нее-то сейчас там многое зависело, но не тут-то было. Не успела подготовиться как будто. Орешкевич. Пацаны, нельзя! Здорово. Лучше так выбивайте. Тут один. Мороз. Стеценко. Ну вот она, наверное, первая такая попытка бить. А на самом деле, ведь я напомню, полевой игрок стоит за команду Йети. Конечно же, удары как никогда эффективны. Но этого не делают. Вернее, даже не понимают, как сделать. Чуть не могут добраться до таких моментов и комфортно бить. У нас 7 минут остается до конца матча. Вадим, на нашем добеги до смены. Артем, то же самое. Вадим, Вадим, подыши, подыши. Давай! Давай! Стеценко. Я ставлю, Джо! Мелешка! Хорошо! Спокойно, спокойно! Орешкевич! Сразу надо. Не первое запутывается у нас Матвейчук, я не знаю, как будто обувь неправильно подобрал себе. Пенёв сразу! Тайм-аут берут команда Монтадор Русановка. Есть что обсудить, есть что сказать тренеру. Время! Уже 15 секунд прошло, вы что? Не волнуйтесь, компенсируем, все нормально. Да я верю. Так же, как и полы. Да ладно, ребят, смотрите, сейчас... Частный самоход, да?
Да, мы пока себе тоже не приносим. Поэтому просто по пролетарски. Да, не надо этого сделать. Ваня, собираем. Потеряли мяч на той половине, стали вести. Пошли. Минута, полторы смены. Мне треба вбити сразу, пожалуйста. Кто вы там? Ближе к нему, Серега. Ближе, ближе к нему. Ваня, наверное. Вперед, дай. Мы могли вести 5-2. Костик. Рыжкевич головой. Грамотная игра на выходе от Башаева для сохранения мяча, конечно же. Костик. Ну, такой первый серьезный момент. И Блещак Иван, именно он, имел возможность достаточно неплохую. Милешка. Блещак. Милешка. Башаев. Костик. Ребят, смену сюда. Игон, смену. Травмой, может, там выйдет. Все. Тарех, Анастасия. Блещак. Грамотно, грамотно здесь Тиценко играет. Так что два играет, тупо. Ну так выйдите. Выше. Есть заморозка? Да. Вот. А чего? Попросите фотографа, вы сами себе сзади не сможете подморозить. Не обрезаться! Выше, Саня. Рыжкевич. От игрока яйца. Но если вы ее дернули, то ее уже нежелательно замораживать, на самом деле. Ну, потому что уже выйти нельзя будет в поле. Лучше по времени. Друзья, извините, отвлекся немножко. Дернули мышцу и, конечно же, нежелательно замораживать. Да, бейсбол какой-то есть, вам чуть приятнее, то, что не болит, но только хуже делаете, потому что не понимаете, где и насколько и как. Еще и можно попытаться выйти в поле, а это куда хуже. Еще! Назад! Башая. Не дается отдать передачу Сидорук. Бросил очень непредсказуемо по траектории. Милешка, видно, был не готов проконтролировать, что ли, прочувствовать. Терек Анастасия обрабатывает передачу. Тайм-аут, товарищ судья. Можно тайм-аут? Возьмите, пацаны! Игрок! На нашем тайм-аут! Можно! Мороз! Хорош, Юра!
Костя, прижимай, прижимай. Башаев. Где Артем? Да иди. Помни, а игрока верни. Лево, лево. Лево. Артем, наш мяч бери. Дома, ты по игрокам. Сзади, вводим, блядь. Лево забегай. Лучше выйди. Не удается Костецкому зацепиться, нужно кому-то завершать ударами. Ну вот момент. И там же сразу не настолько уверенная игра от Сидорука. Может быть, раньше стоило пробовать так играть. Вы же добавите время, не забудьте, что ли? А уже добавили, раньше мы. Позже добавили, Давай. Артём, сейчас смену. Туда пошли. Моё не забили, блядь, надо хоть один забить. Ром, снимайся. Его переоценивай. Юра, в носках не пустим. Не, я серьезно. В носках не пустим. Милешка. Башаев. Со второй попытки все же зафиксировал мяч. Бросает на Мороза. Осознанная игра рукой и сразу же желтая от судьи. Ярик, развернись, Ярик, Ярик! Перебери. Пять командных фолов. Матадор Русановки. Ну, 5 секунд остается. Поэтому что тут говорить? Итоговый счет сегодняшней встречи 2-0. Побеждает команда «Етище». Мы их и поздравляем.